Губернатор Игорь Орлов встретился с председателем Архангельского регионального отделения Союза театральных деятелей России Натальей Малевинской. Говорили о предварительных итогах года театра в регионе, хотя далеко не все его события прошли, ведь новый театральный сезон только начинается. Тем не менее, год театра запомнится мероприятиями межрегионального и федерального уровня, гастролями театров, их участием в крупных форумах, проведением театральных фестивалей в Поморье, обучением творческих специалистов, молодых режиссеров, критиков и театральных педагогов. Год театра или год, я не знаю, там кино, или год еще какое-то добровольчество, он проводится не для того, чтобы в этот год сделать что-то большое и забыть, а для того, чтобы запустить процессы. Поэтому, конечно, те, скажем так, ну, финансовые затраты, организационные, там, интеллектуальные, эмоциональные, которые были в этом году, это некий такой толчок, чтобы раскрутить, если говорить таким сленгом, сам процесс. По мнению главы региона, в наше время театрам надо быть широко представленными и в цифровой среде. В виртуальном мире люди должны оставаться людьми. Это тоже миссия искусства, в том числе и театра. Игорь Орлов и Наталья Малевинская договорились в ближайшее время провести встречу с театральным сообществом региона, чтобы обсудить проблемные вопросы и дальнейшее сотрудничество.